Сад в микрорайоне Рождественский строится быстро. Со 2 августа дня, когда был заключен контракт, на пустыре вырос 3-этажный остов. Сейчас рабочие готовятся класть кровлю. До завершения строительного сезона наружные сети и коробку доведут до ума. В идеале сдать весь объект планировали к концу лета будущего года, а в сентябре уже запустить сюда малышню. Но садик под угрозой, а все потому, что департамент строительства не перечисляет подрядчику обещанные по контракту средства. К сожалению, единственная проблема – это отсутствие финансирования в полном объеме. Работаем и выполняем работы за счет своих собственных оборотных средств, которые, к сожалению, кончаются. Обещали сначала в сентябре, потом обещали в октябре, октябрь заканчивается, обещают в ноябре. Когда это случится, я не знаю. Компания-подрядчик ушла в минус уже на 32 миллиона рублей. Мэрия свои обязательства выполняет, а вот при взаимодействии департамента строительства и Минстроя возникли заминки. Денег нет. Проект и так был сложен с точки зрения финансовых потоков, плюс очень дорогостоящий, а теперь под вопросом. Мы сейчас строим по программе Минстроя, а достраивать садик планируем по программам Министерства образования. Минстрой выделяет средства под увод жилья, это микрорайоны Рождественский. Исходя из их формул, они под данный ввод могут выделить только 100 миллионов рублей. Вот. А садик стоит 184 миллиона рублей. Соответственно, дополнительные источники надо искать по другим направлениям. Мы их нашли. Это программы Министерства образования. Сад – объект очень важный. Во-первых, он находится внутри большого жилого комплекса. Во-вторых, даст городу 240 мест для детей от 3 до 7 лет. Из них 68 ясельных мест. Здесь запланировано 12 групп. Если средства не будут перечислены в ближайшее время, стройку придется заморозить. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.